Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Amazing Poke World. И сейчас у нас, ребята, идет турнир огненных покемонов. Уже первый круг у нас прошел, сейчас у нас по второму кругу. Давайте же сразу тпхнем, не знаю, давайте с этой комнаты. Сразу этих вот двух, ой, не то. Давайте, ребята, побыстрее. Этот, походу, или АФК. Или... Идите. Давайте, второй. Ну иди! Так. Ну да, всех лаги начинаются. Именно сейчас. Так, значки мы забираем. У этого нету, у этого... Ну, в принципе, мы уже проверяли, но... Потом у нас, ну, в принципе, вот так по кругу пойдет, да? А это еще тут кто? Да хоть к кому тпхнуть их. Начинайте, ребята. Ну? Вы как-то... Не очень так. Ах. Стоял там, нету лага. Вот сюда опять лаги. Ладно. Эти сейчас тоже пойдут. И потом вот эти. Ух, ну что вы, ребята, думаете идти? Нет. Ладно, если... Че у него там? Так, ладно, начинайте. Просто хотел поставить их сюда, пока у него лаги, пускай он там был, разлагал или что он там делал. А пока пошли бы другие сражаться. Ну ладно, давайте. Начинайте, ребята. Или у него опять лаги. Так, ну что, начинается бой, по идее. Ух. Танец или что там было? Так, 4 на 4. Смотрим. Кто кого? Ну? Так, 3 на 4, по идее, должно быть. Смотрим дальше. Пока они сражаются, я так думаю, можно какие-то за третьи и четвертые места взять подарки. Я не знаю, например, за третье место у нас же идет Инфернейп, как бы 80 уровень. Ладно, ну давайте еще в придачу там... Сейчас давайте возьмем вот это и давайте возьмем вот это. Например, за третье у нас место будет 80 уровень Инфернейп и, например... И, например, 2 ультрабола... И 16 раркенди. Вот так. А за четвертое место такой утешительный приз там может будет один мастербол и там и парочку раркенди. Посмотрим. Ну что? Кто? Кто? Так, ну что, иди сюда. Забегай. Ты на спаун ушел? Так. Идем дальше, ребята. Эти выходите. Давайте. Этот, походу, АФК, он тут уже стоит полчаса. Кого? Ребята, я не возвращаю покемоны, я не спавню покемоны, поэтому, если там у вас откат пропал или еще что-то, я не возвращаю. То есть ты... Ну как это откатились? Он был 100 уровень и стал сейчас...
Покажи, покажи всех. Показывай всех. Так, сотый, сотый. Иди сюда, так. Ладно, прокачивай. Быстренько, быстренько, быстренько прокачивай. Чтобы всех были, в принципе, равные шансы. Фух. Так, этого еще проверить нужно, да, вроде? У него еще шапки не проверяли. Так, пока он прокачивает, давайте посмотрим шапки. Шапки, шапки, шапки нету. Вот это заберем. И, в принципе, это тоже заберем. Ну, это пускай будет, оно и так ничего не делает. Поэтому, в принципе, все. Пускай он прокачает всех. Так, это еще тут кто? Да хоть кому, тпхнуть его. Он же проиграл. Ну что там у него? Давайте еще ему немного дадим, пускай он прокачает и этого. А потом заберем. И еще шапки пускай он сейчас покажет. Этого пускай тоже прокачает. Пускай будет тоже шанс, чтобы выиграть. С 45 уровнем, мне кажется, он немного что сделает против этого. Поэтому смотрим, ребята, сейчас посмотрим. Все сотые уровни. Сейчас еще шапочки проверим. Так, это можно забрать. Показывай покемонов, иди сюда. Ну? Только сначала их отзови, нет? А то уходят за тобой все. Так, ну что, показывай. И потом у нас... Там у нас... Так, тут у нас один, да, остался? Потом вот сейчас эти, потом эти, потом эти. Начинайте, ребята, бой. Где он? Начинайте. Фу, смотрим, ребята. Третий бой второго... Нет, какой это? Второй бой, да? Так, ну что, давайте. Ну? Давай, давай, начинай бой. Так. Ну что, смотрим, ребята. Кто там? Так, уже 3 на 4. Я уже более-менее знаю. Ну, как знаю, предполагаю, кто выиграет. Этот выиграет... Половина, что этот выиграет, половина, что вот этот выиграет. Ну хотя бы, я не знаю, посмотрим. Так, реально, что лучше не выпускать, так как лагает. Давайте ему вот так. Пускай он тоже полетает. Ну что? Походу этот уже выиграл, да? Можно, можно, знаете что, ребят? Хотя... Утешительные призы. Сейчас, 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 сейчас. Иди туда, иди туда, иди туда. Вот так, отлично. Так, сейчас, сейчас, сейчас. У нас же вот эти идут. Сейчас, 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 сейчас. Вот эти. Так. Ой, чё я?
пишу. Так, в тут нужно забрать три значка, да? И вот так. Шапки, 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 шапки нету. Так, показывай покемонов. Кто кого там тпхнул? Ух, ребята. Так. Ну что, начинайте. А ну что-то я хочу проверить. Нет, не вот ты. Так. Нужно в этого будет еще шапочки проверить один разок. А то могут быть и такие, которые, например, тпхнут своих друзей, да, их уже проверили, что у них уже нету шапок. Они вот так быстренько тпхнули людей, они... Хотя нет, нельзя же скидывать шапки. Если на пол кинуть, они же не поднимутся. Ага, ну тогда, в принципе, нормально. Так, если бы они поднимались, тпхнули бы людей, и сразу он бы ему быстренько так скинул шапку, он бы подобрал, и тот бы сразу домой ушел или еще куда-то. Но их же нельзя поднимать. А так бы было немного, действительно. Быстренько так тпхнул какого-то друга, тот ему скинул пару шапок, тот одел, и все. И тот пошел домой. Так, это же у нас гейм-лидер. Тут у нас один гейм-лидер, второй... Ну, как бы он не участвует, но все же. Еще был, еще один там был, но он проиграл уже. Так, тут у нас кто... Так, это тоже геймлидер. А эти сейчас сражаются. Ну что, смотрим. А потом у нас вот эти идут, да? Да. И еще один круг пройдет. И потом у нас будет финал за первое, второе, третье, четвертое место. Так. В финал тоже нужно выбрать самых сильных, не какой-то сильный против слабого. Ну что? Кто кого? Я не смотрел, сколько у кого покемонов осталось и... Смотрим, ребята. Так. Кто? Кто? Не смотрел? Отлично. Иди сюда. Иди сюда. Забегай. Забегай. И что? Сейчас у нас идут вот эти. Давайте. Чуваки, вы там застыли? Нет? Ой. Ну что? Ребята, вы что-то там... Ну? Так. Так, ну давайте, начинайте, ребята. Финал. Уже скоро, ребята. Тут у нас уже 1-1-1. Вот это последний бой. И потом у нас идут за призовые места. Ух ты, нужно же тут победитель. Вот. Сейчас. Ща-щ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 а. Мира. Тут у нас. Так. И тут у нас будет сейчас какой турнир. Угу. Так.
Ну что, кто кого? Кто кого? Давайте, давайте. Сейчас у нас полуфинал будет. Так, ну тут уже вроде осталось 3 на одного или 4 даже на одного. Так. Так. Смотрим дальше. Вроде 3 на одного осталось. Или 2 на одного. Вот это я не заметил. Так, у этого. Ну, походу, да, вот этот выиграл, да? Ну что, ребята, сейчас у нас полуфинал. Фу, ну что, полуфинал. Давайте сейчас сразятся вот. И вот. А ты иди сюда. Стой тут. Так. Ты можешь идти на спаун. Или кто там... Так, и... Ну? Да вы... Начинайте, ребята. Это вроде... Ну, как бы, кто с этих выиграет, проходит финал. Так, сейчас... Начинайте, ребята. Давайте смотрим. Это кто с этих выиграет, проходит в финал. Кто не проходит, кто не выигрывает, потом сражается за третье и четвертое место. Или я что-то не понимаю, или вот тот двух ее покемонов убил с одной атаки. Если я если я правильно понимаю, 4 на одного. Или нет? 3 на одного. Если я правильно считал. Ну, если так смотреть, то он убивал ее покемонов с одного удара. Так. Ну, 3 на 1 это не скажу, что много шансов выиграть, да? Но все же. Ну, да, вот это сейчас умрет, да? Но остается 2 на 1. Этот сотый уровень, этот сотый уровень, но сколько у него жизни, а сколько у него. Фух. Так, кто там? Ты иди сюда. Или куда ты там должен идти? Иди сюда, иди туда. А вот ты... Так... Ты уже... И сейчас... Сейчас вот это сражается с этим, да? Нет, с кем?
с этим. Так, ну иди сюда. Давайте, начинайте. Так, это тут? Нет? Ушел или что? Фу! Так, ты стой тут, ты сейчас будешь сражаться за 3-4 место. Ну давайте. Ух, еще сейчас полчаса, кто-то... Так, никто тут не пробрался на арену. Только потому, что с правил это нужно соблюдать. Так, бой за 3-е место, сейчас кто с кем будет. А вот это и с тем, кто сейчас проиграет, будет бой за 3-е место. За 3-4 место. Смотрим, ребята, кто выходит в финал с этих двух. Ну, что вы? Так, я не смотрел, кто сколько. Вроде 2 на 3 осталось. Или нет, или... Ну, сейчас смотрим. Кто кого. 2 на 2 или 3. Ладно. Кто? Так, ну что? Так, ты иди сюда. Забегай. Ну? Так, ты иди сюда, и ты тоже. Так, вот эти, как его там? За... Так, ну что, смотрим. Во-первых, если уже определили, что огненный турнир, то есть за огненный турнир у нас идут те призы, вот, огненный Молтрес и Чаризард, но никто не выбирает то, что он хочет. Если уж определили за первое место Молтрес, значит Молтрес. Если там человек хочет, я не хочу Молтреса, дайте там Шайни, да, то он не получает Шайни. Так. Так, вот. Давай, да, ну приди ты еще сюда один раз. Если я тебя увижу тут еще один раз, бан. Я говорил уже 3 раза, 4, 5 раз. Сколько он уже туда раз приходил? Много раз. Только потому, это не нарушение какого-то закона. Это просто нужно соблюдать правила. И нужно хотя бы смотреть и слушать, что тебе пишут. Если тебе 5 раз сказали, иди на спаун, не приходи сюда. Ты уже участвовал в
турнире ты проиграл. Все, иди на спаун. Так, за четвертое место что у нас там будет? Нужно взять себе парочку. Например, да, в принципе. Как-то вот так пускай будет. Вот он там стоит. Минута на то, чтобы он ушел. Все, ушел. Ну, смотрим. Кто кого? Третье место, в принципе, Инферней немного так, но все же это третье место, да? Придачу там пару мастерболов и такого. Кто? Ну? А, понятно. Ты иди сюда, это тебе. И это тебе. И это тоже тебе. Так. Ай. Ну давай. Ну? Давай любого покемона, просто чтобы... Это же все-таки третье место, но... Или... Так. Есть же лишние. Выбирай. Одного с двух. Этого? Ладно. А, ну ладно, тогда... Ай, чё-то я... Ну что там? Так, и еще тебе. Иди сюда. Это сюда. Нет, сейчас. Это сюда. Так. Так, тебя. Это на. Это за третье место. Так, финал. Так, этого выпустить, да? Ну что? Кто там третье место? Нужно вот это. Это. Ну ладно, это потом поставим. Сначала давайте. Финал, ребята. Эх. Я извиняюсь, но за такое, сколько я ему раз говорил, еще один раз. Вот сейчас, если придешь, бан. Ну, раз он не понимает, что правила нужно соблюдать, это не грубое нарушение там закона, да, что он сидит на арене, но он сюда пришел раз, он участвовал в турнире, все, кто участвовал в турнире, ушли на спаун. Никто тут не сидит, никто тут не смотрит. Все. Все ушли, он тоже должен уйти. Если ему раз, сразу же его не банили, ему же сказали, уходи. Он пришел опять. Его кикнули, он пришел опять. Еще раз кикнули, он пришел. Еще уже начали писать, что если сюда придешь, бан. Потом еще раз написали, потом еще раз он и так пришел. Ну?
Ну? Я понимаю, может, у тебя там уже есть такой покемон, который идет за приз, но все же, приз такой, как есть. Ты когда читал правила турнира, там все было написано. Нету такого, что если ты, у тебя есть такой покемон или еще что-то, то ты можешь выбрать другого. Нет. Правила тоже есть правила. Если там написано, значит, их тоже нужно смотреть и не нарушать. То есть, если тебе сказали, иди на спаун, ты должен пойти. Если тебе сказали не использовать шапки или еще, ты тоже должен не использовать. Ну, все тоже должно быть по правилам, ребята. Тоже вы должны понять, что когда раз не соблюдают правила, допустим, когда два раза тоже, допустим. Но когда уже 30 раз подряд не соблюдают правила, и ему каждый раз говорятся, уйди ты уже отсюда, то уже нужно хотя бы заметить, что тебе пишут. Хотя бы попытаться исправить. Нет, он не так пришел. Ну? Двух. Ух. Ну давайте уже заканчивайте. Ну давайте. Так. Ну иди сюда. Ну? Так. Теперь ты. Давай, 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 давай. Ну? А, у него же Молтрес уже есть, или что? Так, давайте тогда... Тогда сделаем еще вот так. Чтобы... Давай, стак тебе. Полтора стака тебе. Это тебе. Чтобы не были только покемоны, так как у всех уже могут быть покемоны, которые есть, но... Так, ну, в принципе, все. Закончился, ребята, турнир. Ставим вот сюда. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Так, это победители первого турнира. Но как бы первый турнир у нас же был обычный, да? То есть не было какой-то специальности, то есть только огненные или еще какие-то. Тут у нас... так, сейчас, да. Ну, в принципе, места тут немного, но потом можно еще больше места тут сделать. Давайте тогда... Тут у нас... Ну, в принципе, да. Давайте сделаем тут. Ох, да ты ж...
Огнен. Так, тут у нас первое место. Кто там был? Второе место. Ой. Так, второе место. И ты... кто там был на третьем месте? Вроде вот так. Все? Все, ребята. Так, в принципе, ребята. Вот так. Все, ребята, турнир закончился. Есть у нас первое Все, ребята. Так, все, ребята, закончился турнир. Второй турнир был огненных покемонов. Третий турнир будет, может, электрических, тоже через какое-то время. Так как вот в предыдущем сезоне у нас же был Артикуна. Я не знаю, почему у нас был приз Артикуна, но все же. Был же обычный турнир. Сейчас огненный турнир Молтрес. Следующий, я не знаю, следующий мы посмотрим. Сейчас, в принципе, ребята, вот турнир закончился. Я так думаю, что давайте уже на этом закончим эту серию. Если вам понравился турнир, если вы хотите участвовать потом в следующем, то можете прийти на сервер, кто еще не играет. Все как делать в описании. Ну, в принципе, ребята, турнир будет, я не знаю, через которое время будет турнир, но все, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.